Овца. Ты бы рад был, если бы у тебя сейчас овца бегала возле компьютера? Не, плевать. Да? Ты бы рад, если возле меня обед бегал. Ты что, хочешь, чтобы была ходячая пицца? Любая пицца сошла бы. Блин, не, все, не говори о пицце, потому что я бурчу. МТСР, ну ты можешь побыстрее. Напомни, свинец нужен? Свиньям! Нет, не знаю. Прикольно, то есть в доменной печи не надо никакой энергии. Мне аж понравилось. Так, ну что, а ну процесс запуска. Оно работает? Что ты экаешь? Потому что оно не работает. Даже со сжатым воздухом. Тут какие-то есть слоты, блин. Надо гайд пойти посмотреть. Иди посмотри. Итак, мы узнали с помощью замечательного сервиса от самой донатерской сети в мире, Mail.ru, что для того, чтобы запустить доменную печь, нам надо лаву. Это было, конечно же, очень неожиданно, потому что там была какая-то оранжевая фигня, но я думал, что это апельсиновый сок. Так что придется все-таки идти. Да, нужен апельсиновый сок, чтобы делать каленое железо. Как сделать варп, ты знаешь? Сет варп. Новый команд. Я себя подпалил. Короче, я выбрасываю этот апатит. Я себя подпалил. Молодец. Блин. Не работает. Значит, не надо лава. Сейчас посмотрим другой гайд. Да, для того, чтобы запустить эту самую доменную печь, надо еще один генератор. Чему я не сказал народу. Так что... Слушай, удаление мусора. Может, апатиты все-таки продадим? Так, где наша любимая доменная печь? Вот она. Какая няшка. Она еще до сих пор не работает. Она до сих пор не работает. Знаешь почему? Нет. Я тоже. Но, наверное, потому что нам надо какое-то топливо. Я надеюсь, что хоть сюда подойдет любое. Может, уголь? А ну-ка, будем тестить. Эй, включайся. Да ладно! Ты прикинь! Оно работает! Но... Нагрев пошел! Боже мой, я это сделал! Так, ты вдумайся. Надо, чтобы она нагрелась. Потом пройдет какой-то период времени. Потом я наконец-то сделаю какие-то там слитки. Потом окажется, что они были не нужны. И я буду... сидеть в конвульсиях. Биться об пол, как рыба. Ааа, крипер! 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 Нет! Фух! Сколько у тебя еды, только честно? 7. Мясо? Да. На тебе еще 2 буханки хлеба. Сяп. Смотри, у нас уже и еда есть, и все есть. Что ты там делал? Покажи мне эту доменную печь. Да иди туда, там вообще трындец, там просто трындец. Это мы добили за сколько часов? За 6. За 6 часов постоянной игры. О, нет, кажется, мне сейчас надо будет делать кое-что другое. Так, главное сейчас не... Не просрать одну штуку. Нет, не то. Все, давай вытаскивайся. Давай объясни, что ты зачем сделал. Итак, кого мы... цепочка? Я просто не успел объяснять, потому что у меня в голове была еда. Нет, у меня в голове был, конечно же, оловянная пластина у меня в голове была. Нам надо сделать пустые капсулы, потом сунуть их в долбанный компрессор. Этот потом долбанный компрессор будет делать очень долго из них капсулы со сжатым воздухом. Потом эти капсулы надо кинуть вот сюда, чтобы с этого долбанного железа сделать долбанное укрепленное железо. Чтобы потом с этого долбанного укрепленного железа сделать термальную, мать его, центрифугу. А потом с этой термальной центрифугой надо сделать уран. А с урана надо сделать стрежни. А чтобы стрежни куда вставить в генератор, чтобы его запустить, чтобы у нас была энергия, чтобы сделать квант. Вот что. Ну у нас уже почти все готово, смотри. Ни хрена! У нас нету ничего. Ладно, все. Пока все. Возможно, это конец эпизода, возможно, середина, я не знаю, так что. Так как да, мы никак. Так что всем привет! С вами Данкар, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Всем пока, с вами Маузер. Да, всем пока. Вот такой вот быстрый летсплей. Ладно, я выключаюсь. И мы не заделали термальную центрифугу. А я не отключился. А ты отключился? Все, я выключил. Ну я тогда отключаюсь. Так, а ну, проверка. Скажи что-нибудь, Лех.
Раз, два, три, восемь, девять, 50. Пошел зайчик погулять. Ну что, мы продолжаем играть в Industrial Craft и собирать квантовую броню, но до этого еще далеко, я так понял. Ну, в принципе, не то, что далеко, но далеко. Долго будет, я так понял, что-то генерироваться материя, да? Да, иридий очень долго генерируется, потому что так всегда. У меня есть 30 уровней, так что я еще раз кирочку. Нам по-любому надо будет еще за алмазами идти, это 100%. Не так, как за другими ресурсами, именно за алмазом. Между прочим, у нас тут появились несколько приборов. Это... Что у нас тут появилось? А мы это вроде уже показывали, нет? Ах, да. Да-да-да. Я сейчас буду делать, короче, термальную центрифугу. Я ее вчера еле доделал. Собственно. Не, ну вчера это так, чисто ну вчера. Да. По игровому времени мы сколько поиграли? По игровому времени мы наиграли 6,5 часов. Ну, у нас еще полно времени, да, чтобы так сыграть. Да, так что если кто-то думает, что мы тут вас обманываем, то нет, мы вас не обманываем. Если вы, конечно, абсолютный задротный нулайфер, вы в реальности можете за день это все сделать, если не кушать, не ходить в туалет. Не сделаю. За один день вообще это очень сложно. Я даже не думаю, что если чересчур такой true задрот будет сидеть 24 часа в один день, он все равно не сделает. Какая голимая кирка. Фу. Эффективность 4 и все. Ты серьезно? Серьезно. Хочешь себе такую кирку? Трындец. Или ты не будешь копать? Трындец. Я буду копать. Потому что я сейчас, короче, мы доделаем ядерный реактор, и нам надо будет идти по алмазу. Ты найдешь, наверное, много алмазов. Да, как всегда. Ты вообще нашел? А, да, нашел. Одну жилку я нашел. Нашел. И из них мы сделали 9 алмазов. Да. Ничего-ничего, сейчас все исправится. А сколько надо алмазов приблизительно? Алмазов? Много. Знаешь, все мы плохо не сделали. Всю выкладку по ресурсам вначале надо было дать. Сколько нам чего надо добыть? Да там все равно, это же экспериментальный индастриал. Я делал то видео для простого индастриала, так что тут побольше надо ресурсов. Ну а в конце ты сможешь посчитать, сколько мы потратили? Ну думаю, да. А, окей. Приблизительно. Так, я что тут бегаю, а еды-то нет, надо... Да какая еда? Зачем тебе еда? Пшеничка, моя пшеничка. Боже мой, пошли, я хочу посмотреть за этим процессом. Ух ты, это пшеничка. Я тоже хочу. О, это так занимательно. Прям вообще. Дай мне, я все сам сделаю. Не дам тебе еду, ты занимайся. На, вообще. Даже пшеницы не дают пожевать. Ну ладно. А что у нас там с энергией? С энергией у нас 530 тысяч. Может, надо придется будет идти. Вот. Вот зачем? За лавой? Ну да. А та что, уже израсходовалась? Ну да. Жесть. А остались эти капсулы? Нет. Оно их съело или что? Да, оно их ест. Но у нас, короче, доменная печь, она хорошая, потому что она не ест капсулы. Вот, и тут у нас из доменной печи есть 25 капсул. О, кстати, может, доделаешь теплоотводы? Я сделал все, что ты меня просил. Да, но ты можешь доделать еще то, что мне надо. Нет, я не это, хочу. Это было недолго. Да нет, давай, это чего? Нет, меня там убивают. Так нет, все равно нет меди и железа столько. Нам есть. Железо. Смотри сюда, смотри в этот сундучок. Она так магически появляется. Просто. Нет. Не компонентные, просто теплоотвод. Внизу, такие еще квадратные. Еще 19 штук? Да. Давай я лучше лаву сначала нанесу. О боже мой, тут кто-то уже построился. Кто посмел? Я не знаю, посмотри. Я поплыл, рушь. Нет, не смей. Я заразрушу это все, вдруг оно не запривачено. Идем гриферить, короче, вместо того, чтобы... Да, все, гриферим. Я без кирки, я херовый грифер. Тут нет регионов. Ладно, не отвлекайся, иди. Нет, я должен это загрифить. 5. 21 железа мне надо хотя бы. А мне нет. У тебя нет таких? Рабов? Нет. Я считаю, что нельзя, нечестно, рабов подключать. Да ладно, подумаешь там. Что там ты нашел? Где?
Да блин! И железо. Я не испугался. Так нечестно. Пойди меня пугать делом, займись, слушай, у нас время идет. Так там просто сейчас переплавливается все. Ну копай тогда еще железо. Что? Копай мне тогда еще железо. Я нашел немного. Что, лава? Нет, железо. Я сейчас никогда так не радовался. В шахте так весело. В шахте так весело. Сейчас бы я сказал это на каком-то форуме по Майнкрафту, меня бы там зачмерили. Но тут весело. Хоум аймаутик. Кстати, ты купил себе смартфон, который ты в видео расспрашивал? Давно уже. И что ты купил? Nexus 5. А чё не 6? 6 только сейчас вышел, и он... Ну, дорогой эта лопата. Но... Я вообще был в шоке, когда услышал цену на Nexus. Они же всегда такие, типа, мы бюджетники. Да, не, Google зажрался. И такие, фигак, смотрю, $650 за длинный смартфон, да. А! Что? Лава! Лава! Пошел вон! Горишь! Скелет долбанный. А-а-а! Так, не, надо забирать алмазы и тусить отсюда. Так, да, ты алмазы. Что? Ай. Один алмаз. Два алмаз. Три ты алмаз. Тоже приехал не с этих краев. О, то тут много алмазов. О, сколько? 6. Жесть. И щелкай так, пожалуйста. Вот так? Так, стоп, вам мне еще понадобится. И так. Я принес энергию. Тут надо, короче, иди сюда, покажешь своим любимым подписчикам. Да, что, где? Быстро иди сюда. Вот. Нажимай. Это, короче, термальная центрифуга. И ей, короче, надо нагреться. Очищена измельченная урановая руда. И что из нее выйдет? Нажми U. Не просто. И вот начинается вот процесс. И теперь... Кусочек урана, уран. Возьми его. Нет. Да бери. Нет. Да чё ты? Нет, отстань от меня. Давай, говори, угадывай. Что... Да давай. Да чё ты там делаешь? Ты ничего не делаешь. Я делаю. Да сейчас... что ты там... Ты меня сбиваешь с количества меди, которые... Да ничего ты там не делаешь. Подожди, а сколько мне железа надо было? Да не... 19 плюс 19. Вот мне надо оранжевый краситель, а тебе ничего не... Блин, мне же их не хватит. Ну блин, ты меня отвлек от важного дела. Ах да, цветочки я тут собираю. Ну на роду копай, не нужна. Ну и хорошо. Сейчас. Блин, она так быстро копает. Ты в моих печках ничего не жарил, да? Ты только в своей жарил. Смотри, я не знаю, что такое твоя печка, как она выглядит. Ну, типа мои печки, потому что я вижу, ты построил там себе 10 печек и все. Ну вот, да, я только в них. А, ну и хорошо. А то я случайно нашел 23 слит. Надо. Нет. Как нет? Ты опять что-то будешь делать с железом? Это же куча всего, все из железа. Молотки, слушай, банально. Ты не будешь возражать, если... Я буду. Вот. Отдай. Нет, ну блин, чувак, иди вон. Стоп, нет. Положи обратно. Обратно положи. Нам надо это для энергии. Чувак, я уже почти... Мне две катушки осталось. Я не буду больше ждать. Поставь на место. Да чё ты? Ты было... Главное, ты на середине, блин, этого закончи. Там он... Где ПВП? Да там осталось всего-то на все 53 слитка. Посмотри в наполнитель. Посмотри. Только не бери эту штуку. Где? Обогащенное ураново-ядерное топливо. Жесть. Да ты не... Вот оно, посмотри, это топливный стержень. Слушай, Маузер. Лови. Нет. Не надо на меня экспериментировать. Да давай. Да все, сбейся мне, но я уже не могу, эти катушки мне будут сниться, это кошмар. Энергию мне запилил быстро. Ты чё, сам не можешь, чё? Ты чё, поговорим? Выйдем? Оно не идёт. А ну пошли, у меня кирка есть. Зачарены? 0,0. Оу. Продуктивненько. Я только... спустился в шахту. Я, короче, перепрыгал с блока на блок, а там, оказывается, лава под ним была. Я не знаю, как я... Не удалось избежать. А мне не удалось было такое сделать. Так, ну мне осталось всего-навсего... полстака меди. У тебя есть медь? Ищи. То есть вероятность того, что там где-то что-то осталось? Да.
нет вероятности. С собой у меня нет. Вообще нет вероятности. Ничего не осталось нигде. Ты все сожрал. Да не, не может быть. Да я тебе говорю. Я полстака слитка где-то оставил. По-моему. А, может быть, они уже у меня. Я вчера печку на голову одевал. Это было. Достижение. Achievement get. Она такая прикольная. Такая печка. Печка. Печка такая печка? Печка такая печка. Покопаю-ка я на 12 уровне, хваленном тобою. Да. А что, на 10 мало? Да, я просто как раз на 12. Сейчас только выйдешь и сразу 25 алмазов накопаешь. Ты прикинь? Да? Жаль, что это не записывал, блин. Зато я записывал, хотя бы звук услышал. Подожди, я включу запись. Короче, я тут копаю. Но вы-то знаете, что он копает. На 12 уровне. Я такой копаю, я говорю, попробуй-ка я на 12 уровне покупать, как хвалит Дангар, да? Нет. И вот такой, оп, и алмазики. Вообще жесть. Ну вот, теперь ты точно должен перейти на этот уровень, как оптимальный для копания. Не, ну реально жесть. Притом это от тех первых алмазов, что я нашел буквально в 10 метрах. 3 блока в ширину. О, нифига себе тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть на три блока. Вот у нифига себе он тут накопал. Чувак, он такие тут куски повырезал. Притом какие-то рандомные, блин. Это читер! Нифига, как он это все выкопал? Это читер. Просто жесть. А тут такие, блин, тут с маяками надо работать, чтобы такие, ух, нифига себе. Может, я сейчас маяк украду? Я столько в жизни не выкапывал. Тут такая площадь, а тут где-то 1010 блоков выкопано. Как там к тебе тэпэхнуться? Я не знаю как. Блин. Я хочу на это... Может где-то алмазы потратить? Да нифига себе тут выкопано. Да задолбал, я тоже хочу. Жесть просто. Подожди, поставь... И нахуй на 11 уровне. Поставь варп. Я не знаю, мне тут прав, по-моему. Поставь хом, а я тогда как тут поставлю. Варп? Как? О, все, варпнись на ло-ло-ло один. Чё-то тебе тянет к ло-ло-ложке. Просто лень выдумывать название. Не тянет никого. Наверное, и ему была лень. Да, я тоже так думаю, он придумал. Ёпересете. И это еще не все, тут, блин, просто бескрайний. А, ну, есть? Тут есть? Ёпересете, тут криперов больше, чем... Это чисто ради алмазов, судя по всему. Да, и вот тут они, походу, были. Вот видишь, не только я считаю, что... 12 уровень это оптимальный уровень. Это 11 вообще-то. Вот видишь, не только я считаю, что 11 уровень это оптимальный уровень. Я на алмазы пропустил, лох! Где? А видишь, это... на 16-м. На 16-м? Да. Это максимально, по-моему. Да, вроде бы. Блин, а мне кажется, что это... Если тут... Нет, скорее всего, тут есть какая-то машина, которая может такое делать. Может быть, тут компьютер-крафт или что-то похожее на это есть. Типа карьера, что-то? Ну, это не карьера. Это, короче, есть специальные такие штуки. Ты их программируешь, и они роют. Угу. Они роют бесконечно, считаешь, пока у них есть... Я смотрю как-то рандомно. Смотри, сколько тут вырыто. Это просто жесть. Тут, короче, в таких вот штуках можно качаться хорошо. Не, ну это читерство, слушай. В таких объемах все выкапывать. Ну тут полкарты, блин, выкопал. Ну, скорее всего, это есть какая-то машина. Я просто же не разбираюсь. Да, это стопудово. Вручную такое нельзя. Ну и видно, тут смотри, тут еще блоки валяются какие-то. Может, мы словим эту машину и заберем у нее алмазы? Ну это, конечно, жесть. Это находка. Это недалеко от нас. А прикинь, мы выкрыли читера. О, не, я нашел. Я нашел чей-то вход. Да? Нет, это, походу, просто уже кто-то поднялся туда. Это я. Только что. А вот он есть, я его вижу. Чебурек. А может, чебурек другое? Что? Нет, это не он выкопал. Нет, он тоже нашел. А, принц, я походу понял. Вот тут недавно ресурсы еще лежат, валяются, короче. Иди за мной. Я не знаю, где ты. Это, короче, от улучшенным буром такая штука делается. Он роет такими тоннелями. То есть это там вручную все-таки роет? Можно вручную сделать. Тут блоки валяются. Да, это 100%. А, вот, я вижу.
Этот бур роет тоннелями 3 на 3, короче. Так что, в принципе, это можно сделать там за даже минут 20, я думаю. Нифига себе, давай сделаем такой бур. Я же говорю, сейчас на. Я сейчас. Это мои туннельчики, по-моему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 на 4. 60. 60 золота надо. Не знаю, именно такой большой тоннель вырыть, наверное, даже не за 20 минут можно. Такой большой тоннель где-то может даже за час, а то и больше. Ладно, я хомаюсь домой сейчас, наверное. Пусть печка. Ого, 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 ого. Сейчас мы будем запускать ядерный... Йо, смотри. О, боже ж ты мой, что вы... Я шеф! Едем. Все нормально, все в пределах нормы. Все довольно-таки неплохо, знаете ли? Все плохо, все очень... Сына! О боже мой, почему мое сиденье быстрее меня полетело? Всем привет, Сына, сегодня мы... О, да, так существенно лучше вообще. Сейчас получится. Твою мать! Ну кто серьезно?